Всем привет! Сегодня я расскажу о говорливых кашалотах, сенсационном маркере и трактористах-виртуозах. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Океанолог Магнус Вальберг из Университета Южной Дании в Оденсе и его коллеги прослушивали переговоры группы кашалотов, обитающей в районе Азорских островов, и обнаружили, что киты не общаются со всей группой, как считалось ранее, а ведут диалоги. Кашалоты составляют фразы, длинные короткие щелчки, и система напоминает азбуку Морзе. Ученые выделили более 20 фраз, состоящих из 5 щелчков и больше. Значение сигналов пока не расшифровано, однако ученые полагают, что комбинации щелчков означают направление движения, подъем к поверхности или уход на глубину, а также сигналы об обнаружении пищи и поиске партнера. А в России ученые Института цитологии и генетики СУРАН открыли новый маркер раковых клеток и разработали эффективный способ их уничтожения. Исследователи выяснили, если к инициирующим раковым клеткам добавить фрагменты ДНК, клетки их захватят. Это-то и есть тот самый универсальный маркер, полученный сибирскими учеными. В ДНК-зонд вводится особый флуорохромный краситель, и принявшие его клетки начинают светиться красным. Также ученые проверили, можно ли с помощью ДНК в сочетании с другими средствами приостановить рост опухоли. Фрагменты ДНК обработаны химиотерапевтическим препаратом циклофосфаном, попав в стволовую раковую клетку, действительно способствовал ее гибели. И напоследок в Татарстане. В Лаишевском районе Республики Татарстан в рамках выставки форума «Международные дни поля» в Поволжье состоялся второй этап отборочного тура чемпионата «Молодые профессионалы Республики Татарстан» по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. В конкурсе приняли участие 15 человек – студенты Казанского государственного аграрного университета, колледжей, техникумов и молодые механизаторы, работающие на предприятиях агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Первое место занял студент ГАУ Ильнур Хайбрахманов. Второе место – механизатор Уныш Ютазинского муниципального района Республики Татарстан Азамат Хазипов. Третий – студент Менделинского сельскохозяйственного техникума Зуфар Ахмадеев. Присоединяемся к поздравлениям, а на этом все.